Добрый час, с вами, как всегда, Маргарита, это ИТ Школа Успешных Продаж, и начинаем новую рубрику, которая называется «Две минуты для пользы дела». За две минуты я постараюсь ответить на ваши вопросы, как улучшить ваш ИТ-магазин. Оставайтесь со мной, и если вы первый раз на моем канале, подписывайтесь и следите за новыми видеообзорами. Следующий вопрос к нам пришел от Татьяны. Доброго времени суток, у меня магазин в России, прием платежей от покупателей только PayPal, но есть партнер в США, как перевести магазин в США, чтобы можно было принимать платежи на карту партнера. Когда я пыталась это сделать, магазин и товар перестали отражаться в поиске, но может это только совпадение. Блокировки от ИТ на электронную почту не было, пришлось долго вести переписку с поддержкой. Итак, вопрос, как правильно перевести магазин в другую страну? Во-первых, это заблуждение у вас в том, что если вы принимаете PayPal, вы не можете принимать оплату карточками. Карточками можно тоже оплатить, имея PayPal. Не обязательно иметь аккаунт в PayPal, чтобы оплатить. И это уже наверняка давно всем известно. Если вы не в курсе об этом, посмотрите на просторах интернета, даже у нас в группе ИТ Школа Успешных Продаж на Фейсбуке, у нас есть инструкция, как оплатить карточкой, не имея счета в PayPal, и тогда будет все спокойно. Почему я не всегда советую переводить в другую страну? Да, хорошо, у вас есть партнер. Давайте посмотрим финансовую сторону этого вопроса. Ваш партнер согласен платить налоги за вас, если у вас пойдет большой поток продаж. Когда несколько лет назад, когда не было системы Easy Payment, тогда можно было иметь либо карточку банковскую, куда переходит оплата, либо PayPal. И мы, продавцы, мы держали это, я могла регулировать, куда я хочу идти, чтобы оплата. На данный момент Easy все свернуло в одно место. Либо это Easy Payment, все идет на счет ИТ, а потом ИТ перебрасывает на ваш счет в ИТ, и потом ИТ перебрасывает это на ваш банковский счет, на банковский счет. Либо PayPal, директно на PayPal идет. Поэтому вопрос задайте своему партнеру, готов ли он принимать всю чистоту, прозрачность на свой аккаунт, либо нет. Либо оставайтесь со своим PayPal, и тогда уже будет немножко полегче вам, да? Ну, то есть это вот такая вот прозрачность. Нужно вам или не нужно. Если вы захотите, чтобы у вас платежи приходили только на карточку Easy Payment, тогда PayPal просто вам закрывается, у вас не будет выхода на PayPal. Все будет идти напрямую. Поэтому вопрос задайте своему партнеру, готов он это или не готов. Так, две минуты. Надеюсь, я ответила на ваш вопрос. Благодарю за внимание.